сорт томата «Изумрудное яблоко». Это среднеспелый сорт томата. От посева семян до созревания проходит от 110 до 150 дней. Куст высотой примерно бывает от 1,20 м до 1,50 м. Сорт требует посынкования и подвязки к опоре. Хорошо облиственный мощный куст. На кисти обычно бывает от 3 до 7 плодов. Плоды вот такого вот изумрудно-зеленого цвета с лимонным отливом. Сейчас взвесим его и разрежем. Масса этого плода 192 грамма, но бывают плоды до 300 грамм. Разрежем. Очень сочный, мясистый, многокамерный томат. Зеленый, как киви на разрезе. И по вкусу он тоже чем-то напоминает вкус киви. Очень вкусный. Сорт подходит для выращивания и в теплицах, и хорошо получается в открытом грунте. Этот сорт салатного назначения, но если сделать с него томатный сок, именно отдельно из этого сорта, вообще неповторимый такой вкус, экзотический, очень вкусный. Попробуйте когда-нибудь.